Около 40 предприятий МРИЭЛ могут получить поддержку от государства благодаря реализации в регионе нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Предприятия, выразившие желание присоединиться к программе, должны будут принять на себя обязательства, в частности, поэтапно повысить производительность труда своих сотрудников и увеличить объем выпускаемой продукции. В первый год реализации проекта рост производительности труда должен составить 10%, во второй – 15% и на третий год – 30%. Для того, чтобы достичь таких результатов, предприятия могут воспользоваться мерами господдержки, специально разработанными под этот проект. Это и льготные займы, и послабление от налоговых обязательств, и возможность обучить сотрудников предприятия за счет средств бюджета. Однако стать участником этой программы может не каждая организация. Предприятие должно соответствовать ряду критериев. На федеральном уровне определены отрасли – это промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт. Вот эти критерии, если предприятия подпадают, то они могут рассчитывать на то, чтобы участвовать в этом проекте. Кроме того, существует такой критерий, как объем годовой выручки у предприятия за предыдущий год. Это от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей в годовом выражении, соответственно. Под эти критерии попадают около 40 предприятий МРИЭЛ. 6 из них уже согласились участвовать в проекте. Ожидается, что реализация национального проекта на территории региона позволит обеспечить экономический эффект, в том числе в виде поступления дополнительных доходов от ведущих предприятий республики.